Со звонком, который оповещает всех о том, что пора отдохнуть и сделать перерыв, средняя школа номер один оживает. Мальчики и девочки торопятся встретиться с друзьями из параллели, забежать в столовую или перейти в другой кабинет. Среди большого количества куда-то спешащих ребят выделяются школьники в необычной форме, которые сохраняют дисциплину даже на перемене. Это учащиеся таможенных классов. Первый таможенный класс в нашей школе был открыт 1 сентября 2017 года. Началом этого события было мероприятие спортивное, которое проходило в 2016-2017 учебном году. Это детско-юношеский турнир «Кубок Меркурия» на призы Брестской таможни. Проведя такое соревнование, в школе появилась идея открыть таможенный класс. Нашу идею поддержали сотрудники Брестской таможни, нашу идею поддержал Брестский горисполком. И таким образом был открыт первый таможенный класс. Сейчас в школе функционируют 4 таможенных класса. Общее количество учеников в ней составляет 112 человек. Учатся там дети мотивированные, которые готовы грызть гранит науки и достигать высоких результатов. Проходной балл для желающих учиться в таможенном классе высок. А потому в ряды счастливчиков, которые смогут с гордостью носить форму, зачисляют только самых способных. В числе таких восьмиклассник Егор Песко. О своем будущем он задумался давно. И первый рубеж к достижению поставленной цели Егор преодолел без проблем. Поступил в таможенный класс. Я считаю, что этот класс очень перспективный. Здесь учатся очень хорошие и дружелюбные ребята. Здесь очень хороший уровень знаний, хорошая успеваемость. Многочисленные экскурсии по Брестской таможне или, например, высшее учебное заведение наталкивают некоторых ребят связать свою жизнь с таможней. Возможно, я когда-нибудь тоже стану таможенником. Раньше возможности поступить в таможенный класс у восьмиклассников не было. Профильный класс открывался только для тех, кто переходил в 10-й. Сегодня и восьмиклассники с гордостью носят форму таможенника. Но они в этом году не единственные новички. Анна Пшедник, ученица 10-го Т-класса, в новом статусе находится всего несколько дней. Со своим будущим Аня, как и большинство ребят, уже определилась. Поступать будет на таможенное дело. Я выбрала таможенный класс, потому что это более интересный уровень, более высокий уровень. Также мне нравится, даже с детства нравилось носить форму, четкость, строгость, перфекционизм. Отец предложил пойти в таможенный. Мама тоже согласилась, и мне стало очень интересно. И да, и это стало тоже моим решением даже. Быть классным руководителем среди целеустремленных и мотивированных детей, которые учатся в таможенном классе, дело ответственное. Среди них невозможно выбрать любимчика. Преподаватели уделяют должное внимание каждому ребенку. А потому все 4 таможенных класса стали как одна большая семья. Детки настолько замечательные, настолько хорошие. С ними настолько приятно работать, что, конечно, я просто горжусь, что у меня есть такой замечательный класс. К слову, в конце нынешнего учебного года в Бресте состоится первый выпуск таможенников-11-классников. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.